Здоровенький был подписчики Мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик. И сегодня мы поговорим о моем Зифе 77, который участвовал во втором этапе зимнего термокубка, а в дальнейшем на год он запланирован для участия в Велодне 2016, который состоится в последнюю неделю, то ли в последнюю, то ли в предпоследнюю субботу, если память не изменяет, мая. Вот, в общем-то, мотор его вчера наконец-то был разобран. Фотографии я еще пока не выложил, но выложу прямо сейчас. Вот, и парочка интересных фактов. Перед тем, как он стал на долгий простой на своем постаменте, на ЗИФ была сделана собственноручно вот такая катушка намотана. И так как из нее не получилось добиться желаемой работы двигателя, в общем-то, он был оставлен на долгий покой, на полочку. И вот вчера мы разобрали и, честно, были в диком шоке. За диском сцепления, который, как видите, вот так вот красиво отполирован, работой при разборке вывалился нам стертый вот такой один из винтов половинки картера. То есть вот эта вещь истиралась. И если помните, я на этом ЗИФе своим ходом приехал из Кривого Рога. В общем-то, чудом-то доехал. Судя по нагару на поршне, сейчас вот свет подрепетирую, и мы промерили с моим другом фазу распределения после недавнего видео дедушки Вагнера, поршень имел увеличенную камеру сгорания. Из-за этого смесь немножко плохо горела. Но, как ни странно, он смог доехать до Днепропетровска. Вот видны, кстати, следы теплового прихвата. Глубокие борозды. Ну, может быть, я много масла бухнул тогда, я уже не помню. Сальник. Вот как был снят. Пружинка, он смотрел наружу. Я еще раз пересмотрю, как оно должно быть правильно. По-моему, пружинка, он должен смотреть на двигатель. Он был наружу. Имеет вот такую вот интересную выработку. Он терся о внутреннюю обойму подшипника, что не есть правильно. Я по мануалам подниму информацию, какой должен быть родной сальник. Он, если присмотреться, очень серьезно выпирает за подлицо крышки. Что не есть гуд. Ну и поэтому он и вследствие и умер. Вследствие чего, скорее всего, дэшка и перестала нормально существовать. И при разборке отломился зубец и так уже жизневидавшей звездочки цепной. Как видите, она уже заточилась под обратную циркулярку. Это, то есть, у нас же, если вспомнить, мотор вращается против часовой стрелочки с этой стороны звездочки, то есть цепь, и потом вращает колесо. И вот, видать, от частого запуска с педалей звездочка в зубе имеет приличный износ и загнулись. И один при попытке снять съемником зубчик один и отломился. Вот это чудо с винтиком, где он тут. Сцепление нас тоже удивило, когда мы разбирали это все дело. То есть он изрядно стерся. Вот он, источник постороннего шума, который немножко меня отпугивал. Ну, несмотря ни на что, этот мотор добрался. Картера и цилиндр сейчас находятся в гараже, ожидают мойки, дефектовки. Скажу честно, один из подшипников коленчатого вала заедает, наглухо заедает, он закоксованный. И поэтому даже проверить балансировку коленчатого вала я не могу. Но нижняя головка шатуна не разбита. Поэтому дарит надежду на то, что пациента можно оживить, притом в кратчайшие сроки. Поэтому пока месть по водным все. Ждите дальнейших видео подготовки к Велодню 2016. Спасибо всем за внимание. Всем пока.